Агрофирма Сиддек представляет редис сорта «Снежная королева». Это среднеспелый сорт, 28-35 дней вегетационного периода. Дает белые корнеплоды массой до 30-35 грамм. Мякоть снежно-белая, сочная, с очень нежным, слабо острым вкусом. Урожайность от 1,5 кг до 2,3 кг на квадратный метр. Ценность сорта в сочетании прекрасного вкуса, дружном формировании урожая и выровненности корнеплодов. Номер партии 8427, количество семян 3 грамма. Три целых 13 грамма на весах.